Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру Warriors Rise to Glory. Вы ее прекрасно все помните, и смотрите, что у нас новенького. Это после обновления, да, ребята? У нас наконец-то появился перевод этой игры, что не может не радовать. Ну что ж, давайте... А, тут смотрите, еще добавлено у нас управление на геймпаде. Ну... Мне, как говорится, удобнее по привычке, и я буду клавиатура, мышка, как говорится, мои друзья. Ну что, у нас тут капитан России титул. Давайте капитан России я хочу взять. Такой вот себе титул. Крокодил Гена, милосердный, грозный алкаш. Игра-то вроде бы не от русских, этих разработчиков, но тем не менее. Ладно, капитан России я беру. Введите имя. Какой еще в баню Димитрус? Мне не нравится такой никнейм. Естественно, ребятушки, мы назовемся собой Рэй. Так, внешность. Так, дальше. Ну, возьмем... Ну, это вообще, это мертвяк какой-то голимый. Мы возьмем такого слегка загорелого. Вот так вот. Да, нормуль. Хотя мы можем, ребят, вот так вот паролить. Давайте, может быть, какой-нибудь эпик нам выпадет. Эпик. Что-то эпик нам не выпадает, ребят. О, помните? Помните, я как-то играл вроде бы таким, нет? Может быть, я уже путаю? Не, это какой-то на демона похож. Это слишком много татушек на харе. Ну, давай что-нибудь такое-то, ну... Легенькое и со вкусом. Красным не хочу быть. Ну это вообще прям ужас какой-то, ребята. Весь в татухах. Во, давайте вот так вот, ребят, с вами. Давайте. Так, атрибуты. Ну, естественно, ребята, мы с вами обычно играем за сильных ребят. Поэтому возьмем силу. Возьмем, наверное, атаку. И защиту. Подожди. Нам нужна еще энергия. Все, что ли? Да, все, закончится, ребята. А... Навыки. Вот и навыки. И наконец-то они, ребята, переведены. Неужели? Так, стрела в колено. Ой, со стрелами мне... Вот. Увеличивает шанс критического удара. Вот это вот хорошо. Это я возьму, ребята. Сколько? 5%? 10%? Вот, 20%. 20%, ребят. Кладоискатель. Каждое сокровище содержит дополнительные монетки. Обаяшка, ты знаешь толк в эпатаже. Толпа заходится в экстазе, как только тебя видит. И в начале каждого боя ты автоматически получаешь зрительские симпатии. Мне это не нужно. Пофигист, уменьшает получаемый урон от дальнего оружия, тоже не нужно. Внутренняя мощь, хороший отдых увеличивает урон на один ход. Не надо нафиг. Открытая рана. Быстрая атака вызывает кровотечение, которое длится 3 хода. Враг получает урон за каждый шаг, который он делает. Скорее всего, пригодится, ребята. Шанс провести дополнительную быструю атаку после успешной ближней атаки. А почему закрыто? У меня очков навыков 6. Почему закрыто, ребят? Видимо, я должен тут, что ли, все изучить? Или что? Да не хочу вот стрелу вот эту вот, ребят. Ладно, давайте посмотрим тогда с вами. Внутренняя мощь, хороший отдых. Ну, давай вот это вот выучим. Так, болевая точка. Каждая мощная атака может оглушить противника и не дать ему сделать ход. А вот это хорошо. 20% шанс. Еще 2 очка, ребята, у меня остается. И подрезать крылья. Обычная атака может обездвижить противника на следующий ход. Ай, красота. Все, ребятушки, мы с вами выставили, как говорится, параметры. Пустошь. В бой. Будем проучивать негодяев. Нам это, ребята, не впервой. Так. Схлестнулись. Экспресс на тот свет вот-вот отправится. Так, тебя... Разукрашу, мама родная не узнает. Вот такой диалог у них, ребят. Опа. Больно, наверное, да? Открытая рана.
Ребята, ну что, будет он мне бабулечки гнать? Вы помните, да, мою квоту? Посмотрим. Сколько там? Безжалостно добить его и получить осколок души. Вот так вот. Разговор короткий. Победа. Ну, ребята, игра, я вам скажу, стала как-то более такой, знаете, четкой. Новый уровень. Такой-такой, знаете, сочный как-то. Может быть, мне, конечно, кажется, но почему-то мне... Что такое? Доска почета? Оу. Тут уже появилась доска почета, ребята. Да почему Димитрус-то, блин? Винрей. Блин, имя воина Димитрус, а? Ты посмотри. Очки душ. Ладно, хорошо. Смотрите, ребята, что у нас тут новенького появилось. Давайте посмотрим. Персонаж. Ну, персонаж это у нас и было, да? Значит, еще получил 5 очков дополнительных. И, естественно, мы будем с вами, наверное, энергию. Энергию, ребята, будем прокачивать. Все. Атрибутики мы с вами прокачали. Предметы. Что у нас тут в предметах? Ну, в принципе, ничего. Так, таверна. А лавки? Что такое лавки? Ага, лавка это где мы с вами покупаем. Ну, естественно, нам нужно, ребят, с вами прикупиться маленькая. Ну, понятное дело, что нам только деревянное доступно. Так, я не понял, я почему не могу купить? В чем проблема? Секунду, ребят. Я немножечко... Да что же я делаю-то? Да не надо мне вот это. Блин, подождите, ребята, а может быть мне взять надо... Вот я взял, ребята, джойстик. Посмотрим. Лавка. Купить. Слушайте, а вот на джойстике покупается все без проблем, смотрите. Странно тогда получается. Так, что нам? Мы здесь с вами купили. Теперь, конечно же, нам нужно все это, ребята, одеть. Одеваем. Одевается все автоматически, уже не надо, как говорится, наводить и выставлять. И нужно, естественно, ребят, нам купить с вами оружие. Оружие. Так, что же нам будет доступно? Нам доступен топор. Вот этот топорик, естественно, я его покупаю. И, естественно, сразу же я его одеваю, ребят. Вот. А это я могу продать? Раньше я это мог продавать, ребят. Так, поединок, у нас поединок, у нас есть турнир, у нас должно быть выживание, но пока почему-то это все недоступно нам. Ты хочешь выйти? Нет, я не хочу никуда выходить, я хочу продолжать. Поединок, ребята, поехали. Пустошь, здесь у нас Мишка и Юля. Мишка и Юля, развоение личности, вперед. Вы сегодня в парадном, сударь. Готовьтесь к встрече с Творцом. Ну, давай. Нет, вот здесь лучше, мне кажется, клавиатурой с мышкой. Так. Мы не будем, ребят. К сожалению, я уже не могу переключиться почему-то на мышку. Придется, блин, на джойстике играть. Отступим. Ага, вот так ты решил. Так, а как же мне... А как же мне, ребята... В-Е-Е. Пипец. Ну давай. В. Судара, елки-палки. Просто судара. Ну, что будем делать? Дает бабуля мне сколько? 89. Этого мало. Этого очень мало. Пардонче. Так, ну что. Второй бой, ребята, у нас довольно неплохо прошел. Мы продолжаем с вами. Блин, ну почему я не могу на клавиатуру переключиться? Эй, ребят, ну так нечестно. Нет, я не хочу выйти. Во, 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 вернулась ко мне родная моя мышка. Так. Ну что, мы продолжаем с вами поединок. Лорд Брил на первом месте какой-то, ребята, у нас стоит. Лорд Брил. А что такое ход сит?
О-оу. О, ты посмотри-ка. А что можно с ними делать? Кто мне скажет? А, все, я понял, ребят. Я, например, выбираю кого-нибудь, да? Ну, предположим, этого. И ставлю против себя вот этого. Гундахара, да? И в бой. Понял. Ну, это плеер 1, плеер 2. То есть на одном компьютере можно вдвоем играть. Ну что же, у нас деньжат-то вроде бы, как говорится, привалило. И мы посмотрим, можем ли мы с вами... Стартовая. Можем ли мы с вами что-нибудь новенькое? Нет, по-моему, не можем, ребята, потому что левел-ап мы не получали. Продолжаем поединок тогда. И у нас тут кто? Принцесса. Псих. Ага, принцесса псих. Кстати, у них нет, ребята, никаких навыков, а у меня, как видим, навыки. Что такое болевая точка? Ну, это все понятно. Поехали, в бой. Ну, давай, давай. Эта шкала отражает то, насколько толпа от тебя в восторге. Вот это, да? И чем больше она в восторге, тем больше плюшек тебе ждет в самом бою и больше денег после. Шкала зрительских симпаний заполняется каждый раз, когда ты накручиваешь толпу. Набери 4 полоски, чтобы зрители начали тебе помогать. Банановая бомбардировка. Небольшой урон, противник теряет 20% зрительских симпатий. Накрутить толпу. А как накручивать? Не вот... Погоди-ка, а как накручивать, ребят? А, я понял, понял, ребят. Но это же, по-моему... Во! Да-да-да-да-да. Я раньше думал, что же это за ерунда такая? Пускай он пока подходит, а я буду... Народ веселить. Ну, братюня. Больно, наверное, да, Глон? Такой еще вопрос. Больно, наверное? Нет. Щекотно. Ну сколько? Сколько бабла дашь? Соточку. Принимаю только соточку, не меньше. О, вот, значит, как. Пардонче? Что я могу сказать тебе? Но зато достойно, достойно, ребята. Он принял смерть. Уважаю, уважаю. Вот теперь у нас, ребята, левел ап. Вот теперь мы можем с вами, наверное, что-то новенькое надеть, носить и... раздавать люлей сладких, как пирожки. Так, нам дают 5 очков, и нам нужно, ребята, с вами защиту или атаку. Давайте, наверное, вот так атаку. 4 в плюсе к максимальной выносливости. Отдых восстанавливает больше выносливости. Понял. Без нее тоже нам никуда, ребят, без выносливости, к сожалению. Нам дали еще одно очко навыков. И, соответственно, мы будем с вами... Ах, вот оно что, оно открывается. Так, комбо, шанс провести дополнительную быструю атаку после успешной ближней атаки. 5%. Мало, конечно, но все-таки, ребят. Ух ты, нам дали выживание, ребята. Поединок, выживание. Турнир. Добро пожаловать в режим выживания, храбрый воин. Здесь лучшие бойцы меряются своей богатырской силушкой. Тебя ждет бесконечный конвейер врагов, который рано или поздно тебя прикончит. Но чем позднее это произойдет, тем лучше будет твоя награда. Стоимость участия, лучший результат. Я прям не знаю, ребята, у меня броня хреновая. Слушайте, пойдемте в лавку, давайте закупаться в конце-то концов. Так, а мне еще ничего не доступно. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Мне ничего, ребята. Ну вот, железные доспехи мне доступны. И деньги кончились. Так, хорошо. Сейчас, ребят, мы с вами это хотя бы оденем. Все, одели. Нет, одевай давай. 350. Я же помню, ребята, что как-то можно было вот это вот продавать, но не пойму как. Не пойму как. Ладно, хорошо, назад. Ну что же, у нас только шлем, на плечи железные. Естественно, ребята, в поединок. Естественно, в поединок. И у нас тут Атл крутой. Ну давай посмотрим, насколько ты крутой, Атл.
Он с ножичком. В бой. Он с ножичком, значит, он опасен для нас. Однажды я угодил в лабиринт, и он во мне заблудился. И я вижу мертвецов. Друг с другом перепалки ведут. На-ка тебе для начала. Опа-на. А если вот так вот? Ух, красава. Ребята, нифига, тут уже и стан есть, оказывается. Ну, так, сосоточка, ты знаешь, парень? Ну, как знаешь. Забавно, забавно, ребята, а мне нравится. Как-то вот разнообразили игру, молодцы разработчики, двигайтесь в том же направлении. Я думаю, что когда-нибудь она станет покорять миллионы гладиаторов по всей стране. Так, ну что, ребята, у нас денег-то сколько? 640 серебра, 640 серебра. Мы с вами можем что-то себе маленечко позволить. Щит. Ага, щит. Штанишки мы возьмем себе, ребята, да. Мы возьмем себе штанишки. Вот так вот. Фух. Так, лавки. Вот он, ребята. Я же говорю, что это должно продаваться как-то. Сколько я выручил-то? Оу, 703 серебра. Но тратить, ребята, не советую все деньги, потому что если нас завалят и такой же, как и я, потребует соточку за таксу, нам надо будет чем-то откупаться. Поэтому пока придержим бабули. Поехали. И у нас здесь Эмиль Милосердный. Эмиль Милосердный, это хорошо, это радует. Я надеюсь, что ты действительно милосердный. Пожалеешь меня, если победишь? Говорят, ты сама суровость. А ну поглядим. А ведь слухи не врут, парень. Опа, опачки. Ты, видать, специализируешься, браток, на дальний бой, я так понимаю, да? Прямо в яблочко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Черт бы тебя побрал, ну-ка. Е-ха-ха-ха. Такса соточка, парень. Хотя для тебя 150. Да, за твою борзость 150. Сколько? Не угадал? Не угадал. Так, ну что же, ребятушки, очень хорошо идем с вами. Очень хорошо. У нас уже третий уровень. Скоро будет первый поединок с большим боссом, ребята. Капитан России. И, так, ну сколько у нас денег? У нас уже тыщенка есть, поэтому, ребята, есть смысл сходить нам на рынок и немножечко притариться. А притариваться мы будем с вами, скорее всего, возьмем ботиночки, возьмем на плеч. Да. Поверьте, оно того стоит. Нам надо усилять, ребят, броню. А это все на продажу. Все, хорошо. Погодите, что-то исчезло. Багануло маленько. Ну да ладно, ребят, у нас главное поединок с вами, и мы переходим на него. Два пак, точнее тупак это получается. Рэпер, да, значит? Ну ладно. Однажды я угодил в лабиринт. Да, понятно, он в тебе заблудился. Пошел отсюда. Опа, вот это вот мне не нравится. Твои пляски. Так, хорош, борзеть-то, паренек. Вот так вот. Ну, приплыли. Вот именно ты, по-моему, приплыл. Скидыш. Скидыш. Оу, мне надо отдохнуть. Ага, и он тоже кеморнул. Так, ребята, броня-то, я смотрю, у него разлетелась. Веселимся. Ой, пардончи. Ты сам виноват, подошел ко мне. 180. Но? Сколько? Да ты издеваешься просто, парень. Ты просто издеваешься надо мной. С каждым разом все меньше и меньше дают мне, да? Находки, шипастый шлем. Вы представляете, ребята, здесь я могу теперь находить предметы? Классно, это хорошо, это радует просто-напросто, ребята. Это просто радует. Так, давайте вначале мы посмотрим, что нам нужно для того, чтобы носить улучшенные вещи. Смотрим, ребят.
Для того, чтобы я мог носить здесь, нам что нужно? Чего-то, блин. Требуется уровень 5. А, 5 уровень, понятно. Мне еще рано, у меня 3 еще. Хорошо, давай посмотрим, что мы можем с вами. Топор. Нам требуется 12 силы. 12 силы. Ладно, персонаж. 12 силы. Силу мы с вами раздобыли. Естественно, атаку и защиту. Вот так вот, ребята. Навыки. По навыкам у нас что? Соколиный глаз. Успешная атака с определенным шансом гарантирует то, что следующая атака будет успешной. Давай вот это вот мы на 10%. Да, конечно, проценты растут маленько, 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 но все-таки, ребята, все-таки есть какой-то шанс. Ну, а теперь идем в лавку и покупаем топор. Топор мы, ребят, не покупаем, потому что у меня не хватает денег. А вот этот шипастый шлем мы можем спокойно продать. Ну, потому что, ребята, у нас такой же одет на голове. Блин, поединок закончился, ребята, и нас вызывает на турнир. Берегись, воин, в этом турнире пощады не будет. 8 бойцов войдут на арену, но живым выйдет только один. Хочешь поучаствовать? А если не хочу, например? Нет. Что тогда? Поединок-то где? Где поединок-то? Дайте мне поединок. Ладно, пойдемте, ребята, на выживание сыграем. Сындук, 3 яйца. Понятно. Проблема у парня, конечно. 3 яйца. Так, ладно, давай, подходи сюда. Буржуй, глазик выколю. Так, раунд 2. Ах, тут вот так вот. Анатолий, имба. То есть сейчас будет постепенно, постепенно, постепенно увеличиваться, 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 да, войны. И мы дойдем до такого предела, который просто не сможем с вами одолеть. О-оу. О-оу. Нет, 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 нет. Да. Я надеюсь, у меня броня-то хоть восстанавливается или нифига. Кто это такой? Валерий Грозный. Какой Валерка Грозный, прям громозека. Иди сюда, рванина. Че молчишь, братан? Давай уже в шахматы играть, и то интереснее. Так, что тебе давать? Ну давай я сюда подойду. Ой, зря это было, наверное, с моей стороны. Больно, наверное. А тебе? О, да я вижу, ты рад просто. Раунд 3 закончен, ребята. Естественно, в мою пользу. В мою. А это кто у нас? Погоди, яростный. Погоди, погожу. Давай, иди сюда. Слушайте, а когда... А, ну рано или поздно меня нахлобучат. И награда будет, да? А этот, смотрите-то. Аплодисменты-то на моей стороне. Ой, промашку дали. Он тоже промахнулся, ладно. На-ка. Губит людей не пиво, губит людей вода. Е. Четвертый раунд. Мы с вами просто идем идеально, ребят. Нас просто на доску почета надо вешать. Геннадий, алкаш. Ладно, Генка, подходи. Будем тебя излечивать от алкоголизма. Бог любит троицу. А как я как раз двоих уже убил. Я даже циклопу прям промеж глаз зарядил. Это точно было такое дело. Оп! Скидыш! О, это ты зря сделал. Ой. Ой. Так. Блин, тоже спать надо. Так, ребята, а мне-то что делать? А мне-то что делать? Мне придется здесь стоять и отдыхать просто-напросто. Просто отдыхать. И он тоже, гаденыш, отдыхает. Ну, ловушки, когда вы уйдете-то? Эй, блин, зараза, черт бы тебя побрал. Ребята, вы, по-моему, заметили, что броня и это все не восстанавливается. Угу, именно. Именно так. Так, он достал лук, это плохо. Он достал, он стрельнул. Ой, родной, ты че так? Твою ж за ногу. Два раза, видели, ребят, двойная атака только что сработала. То есть работает процентовка. Работает.
Видели? Два раза за раунд бьет. Это ж просто... просто красота. А что, если я нажму отступление? Отступление нельзя, ребят, сделать. Это плохо, что... Да ну нафиг, хорош. Блин, а у меня, ребят, пока... Странный малый, да? Имея рогатку, он подошел ко мне вплотняк. Вот это ты зря сделал. Нет! Так, бонус к энергии взяли мы. Надо спать. Ой, как бы я его сейчас туда бы, вот в огонечек бы, а, ребят? Ну-ка. Ах, отступать, нет, взял нож. Да чтоб тебе... Блин, да ладно. Ну все, спим. Подошел. На-ка! Блин, зараза-то какая, что ж ты... Неугомонный-то такой, успокойся. Ну хотя бы, блин, давали бы что ли восстановление жизни или еще что-нибудь в этом роде, ребят, ну как же так. Вайран, неудержимый. Ну давай посмотрим на неудержимого. У нас еще, ребята, лига впереди. Точнее, арена. Ой, а он щит. Ой, топор-то у него какой. Ой, мамочки, сейчас будет больно. Если он по мне попадет, это будет больно, ребят. Это будет очень больно. У меня всего лишь 35 здоровья. 35, а у него... У меня уже 23, чтобы быть точнее. Опа, опа. Нет. Да сдохни ты уже, гаденыш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твой результат 944. Так, открываем, да, сундучки? Ух ты, осколки душ. Сундук с... Ага, вот, значит, такой, видели, ребята, типа, окей, на коленках стоит, такой, окей, все нормально. Так, я осколки душ и... А что же я там получил, ребят? Вот в этом сундучке можно как-то... Ну-ка. Ломаем, ломаем. Ты только глянь на всю эту красоту. Так, ну вот это хорошо, что щит мне дали. Ты точно хочешь выбрать этот предмет? Да, у меня щита нету, ребят. Берем щит, ставим. А поножи у меня есть, поэтому это можно будет продать. И все равно, нет, 1280, ребят, нам должно хватить на топорик. Блин, 1320. Да ладно, ну как так-то, ну... Эй, такой довольный. Слушайте, а я же могу продать вот этот свой топор. Че я действительно-то, ё-моё, ребят. Ну-ка, давай, роднуля, снимай топор вот этот вот, он тебе уже не понадобится. Подожди. Предметы, да? Так, снимаем этот топор. В лавочке мы его продаем. Вот, и теперь покупаем себе добротный. Но на самом деле это нифига не добротный, добротный вот. Это так себе, шифпотреб. Но тем не менее, ребят, одеваем. И направляемся сразу же на турнир на выживание, блин. Будь он не ладен. Да, мне придется, ребята, выживать здесь. В бой. Кого против меня ставят? Вадима, капитан России. Ты смотри-ка, тоже капитан России. Молодец. Капитан против капитана. Чей же капитан лучше? Опа, неплохо ты начал с плесулик-то. Здравствуй, дорогой. Как тебе понравилось? Нет, пардонче. Не прокатывают фокусы такие со мной. Опа, на 21 приголубил. Подрезать крылья сработало. Так, 180. 180 с тебя, братюнь. Жизнь или... Понятно, я понял тебя. А, здесь, ребята, да, здесь же у нас не откупаются. Здесь нельзя откупиться. Все, я вспомнил. Так, двигаемся далее. Так, Владус. Чебурашка. Так, кто с кем? Я с Чебурашкой, что ли, буду? А, нет, я с Вадимом. Вадим Вонючка. Ну что ж ты, Вадим Вонючка. Сидел бы дома, не вонял бы, ё-моё. Вадим Вонючка. Опс! Это ты, конечно, лихо начал, парень. Это ты начал лихо, я тебе скажу. Оу. Любишь... Любишь, когда тебя бьют? А? Любишь? А ну-ка. Нет, 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 нет. А мне, ребят, что, мне
Сколько у него здоровья-то? 32, придется отдыхать. Придется, ребята. Ты как это посмел-то так сделать, а? Ух, парниша. Красота. Естественно, ребят, добиваем здесь. А мне нравится, кстати, вон этот скин такой, да, типа металлический. Я знаю, что ты выбираешь достойную смерть. Так. Растем, ребятули, растем. По чуть-чуть продвигаемся. Так, и у нас Владус, три яйца против Рея, капитан России. Так, что у нас тут? Ну, ой, он меня по силе и по ловкости. Он и по силе, и по ловкости шустрее меня, ребята. Я только по атаке и по защите. Ладно, посмотрим, что. Защита или ловкость лучше? Так, ну он в деревяшках, ребят. Не забываем об этом. Не забываем, веселимся. Пускай подходит. Ох ты! Ты видел, что он сейчас сделал? Блин, там хпшка у него сзади. Он сейчас будет поднимать здоровье, да? Не? Воу! Воу-воу-воу-воу, вот сейчас было так бобо ему. Я представляю, ребят, это... Это просто супер-крит сработал, ребята. Супер-крит. Ну, Владу стрейца, пока. Меня ждет главный, главный варвар красномордный, который, наверное, уже там бушует, кипишует. Вот он, великий варвар Вертиган. Ой, ребятушки, вот это да, вот этот враг. Вы посмотрите, он просто сейчас меня порвет. Ну, я-то не из легких, я не буду так просто так сдаваться, согласитесь. Будем до последнего. Топорик у нас с ним одинаковый. Броня у нас все одинаковая. У него нет щита, вот что я заметил, ребят. О! Тихо, тихо, тихо. Не буянь, браток, не буянь, пожалуйста. Вартиган, успокойся, я тебе сказал. А, нет, только не ворот. И он ворнулся, ладно. Е! Во! Ребятушки, преимущество за мной. Он поспал. Я тоже отдохнул. Прыжок будет делать? Нет, он здоровье взял. Погнали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно сейчас было. Да что ж такое, ты промахнешься, гад, или нет? Так можно даже делать? Ребята, я не знаю, что делать. Я, наверное, Отдыхать, не отдыхать. Бьем. Блин, надо было отдохнуть. Надо было отдохнуть. Все, отдыхаем. Сейчас ударит. Ударит. Промахнулся. На-ка. И добивочный нет? Ребята, Вартиган упал просто передо мной на колени, видите, просит, пощади меня, Рейн, но нет. Нет. И он это знает. Он знает, что я не буду щадить его. Круто. Что я могу сказать, ребята, вам? Просто шик. О, находки, шипастый шлем, сундук. И уровень 5, ребята, это означает что? Что мы с вами купим сейчас новую броню или новое оружие, посмотрим. Турнир закончен, Рей победитель. Финиш. Персонаж. Так, для того, чтобы мы могли с вами носить топор, нам нужно посмотреть, что, какие параметры для этого требуются. Для этого требуется 16, ребята, сил. 16. Соответственно, вы понимаете, что придется вот сюда вот так вот вливаться. И, наверное, в ловкость хоть немножечко, ребят. Хотя ловкость нам не принципиальна, ребят. Давай защиту. Вот так вот. Теперь переходим в раздел... А, подожди, у нас же еще навык. Дополнительные быстрые атаки. Вот, вот. Согласитесь, все-таки она делала свое дело, вот эта вот атака. Так, поединок... Вживание. Так, нам нужно, ребята, в предметы. Так, вот это мы продадим. Подожди, в лавку. Это мы продадим и покупаем топор. О, да. Так, и надо вскрыть, конечно же, ребята, предметы. Это в плане того, что вот этот сундук. И смотрим. Блин, ну здесь нам ничего не нужно. Ладно, я возьму, ребята, этот
щит чисто для того, чтобы его продать. Все, я его продал. Заходим с вами в предметы. Одеваем наш топор. Ай, красота. Ну и, естественно, продаем, ребята, продаем наш второй топор, который... который у нас вот этот вот старый. Я. Yeah. 1400... Ой, так подожди, мы, может быть, сможем что-то и купить с вами, нет? Так, тут минимальная сумма 1500. Хорошо, пойдемте, ребят, на поединок. Пустошь. Мистик Псих. Даже так? Мистик Псих? Круче меня только яйца. Я рад за... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я не понял, братюни, что за дела-то? А? Кританули, мы, ребята, с критом просто его звезданули сейчас. Ой, как ему бобо сейчас. Ой, бобо. Ребята, зарой-то у него будет поболее, чем у меня. Поболее. Но он уже без брони. Эй, ты сопряжуй. На. О, хорошо сейчас было. Ай, какая красота, ребят. Двойная атака срабатывает. Да, пускай не так часто, но она срабатывает. А это уже хороший плюс, ребят. Ой, он решил кимарнуть. Ну, это его, ребята, была ошибка. Так. Добивочный. Красотуля. Красотуля. Ну что, сколько? 200? 200. Ну. Не угадал маленько. Пардончи. Хотя, ребята, деньги бы мне, наверное, пригодились бы, если честно. На покупку-то амуниции. Я же не буду бегать вот в этих тряпках всю оставшуюся игру. Что мне дали? 413 плюс 79. Ну, этого мало. По-моему, придется немножко свой пыл поменьше сделать. Так, ну что? Ага, мы можем, ребята, с вами купить. Можем. Заходим в лавочку. Выбираем доспешки. Доспешки. Выбираем. Выбираем. И покупаем. И покупаем себе, наверное, ребята... Плюс 11 защиты, да? Кираса дает самую большую защиту, я посмотрю. Щит тоже, кстати, дает неплохую защиту. Предметы одеваем. И в лавочках вот это продаем. Все, поехали дальше, ребята. Поединок нас ждет. Нас ждут великие дела. Крейг, Чебурашка. Сила, да, у него тоже топорик, ребят, такой же, как у меня. В принципе, он так же, как и я одет, кроме того, что у меня уже есть броня стёбовая, а у него нету. Внимательно, в этой игре время имеет значение. Будешь медлить, будешь медленно соображать, потеряешь ход, понял? Ай, гад ты такой! Нет! Черт подери, ой, как же он жестко бомбит. Спит, он поспал. Вот так вот, блин. Соня хренов. Ой, блин, ну. Мы тоже, так, ладно, ребята, отдыхаем. Фак. Е. Е. Так, у кого сколько жизней, да, блин. Да ну нафиг, да как же ты так. Удар. Ёпараса, ты увернулся. Ребята, если я сейчас промажу или еще что-нибудь, все, мы проиграли. Разбегаюсь. Ну как же так-то, ребята? Ну... Два удара ему на дорожку. Ух. 150, хорошо, 150. Оу, даже так? Даже так, ребята, он решил, да? Не захотел делиться, гаденыш, деньгами. Ух, было очень-очень напряженно, ребят, вот честно вам скажу. Когда же уровень-то мы получим, уже уровень хочу. Ты получаешь один оскол, скажу, убитого, да? Понятно. У нас денег с вами мало, очень мало, ребят, поэтому нам нужно дальше идти на поединок. Супер-ежик-псих. Сила двадцатка, ё... Так, ну у него урон чуть-чуть поменьше, чем у меня. Здоровье у него тоже поменьше, зато у него выносливости... Да, здесь будет, наверное, финальная битва. Почему-то мне так кажется. Эй, ну как же так-то? Ну, нет. Мы оба промахиваемся. И видно такие тяжи, что...
Так, а у меня атака-то посильнее получается, ребят. Ой-ой-ой-ой, комбо получилось. У меня получилось комбо, ребята. Зажечь. Нет, нет, нет. Сопляк, а. А другого выбора не было. У него, ребята, выносливость, понимаете, больше, чем у меня. Это просто царапина, он говорит, да? А так? Ой, ой, одно здоровье, ребят. На-ка, иди отсюда. В трущобы. 150, неизменно. Но... Что ж вы, все сговорились, что ли? Я не пойму. Они все сговорились, ребят. Не хотят мне платить деньги. Не хотят, чтобы я одевался. Хотят, чтобы я на следующий турнир пошел вот так голожопом. Так, ладно, у меня вроде бы хватит денег сейчас на какое-то приобретение. Сейчас посмотрим, что, сколько и что. Так, 1500 у нас есть, ребята, поэтому быстро в лавочки забегаем и покупаем себе. Так, 9, 5, 6, 8. Покупаем себе шлем. Ага. В лавочке продаем. Вот так, ребята, у меня теперь шлем, кираса, все вроде бы складывается как нельзя хорошо. Так, поехали. Слава КПСС, кожаный мешок. Ну, давай посмотрим. Сейчас мы из кожаного мешка, по идее, должны сделать... Ой-ой-ой-ой-ой, он взял лук. Мимо. Оп-оп-оп-оп. Ты думаешь, тебе эти пляски помогут, братюнь? А, тут время. Тут у нас время идет. Ать, промахнулись мы. Ах ты так, сопляжуй. Ладно, спим. Спит тоже, да? А если еще разок? Ай-яй-яй-яй-яй, не повезло. А вот здесь, братюшка, ты извини. Придется тебе вон туда сходить. Блин, он успел отшагнуть. Спим. Выносливость восстанавливаем, ребят. Лук достает, гаденыш. Мне нет резона, ребят, туда идти. Пляшем. А, не прикрылись ни хрена. Так, а вот здесь вот надо атаковать. На! Нет, 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 нет. Твою маковку. Он меня на шипы. Да чтоб ты... Да, ребят, как-то у меня здесь развел, если честно, да? С этими шипами-то. Что это? А что это такое сейчас он сделал? Я этого не знал, что можно так делать было, ребят. Так, погоди-ка ты. Что делаешь? Ты хочешь меня... Нет, надо тебя оттуда... Это, он хотел меня, ребят, на шипы сейчас просто пнуть. Тоже отдохнем. У меня нет щита. Сколько здоровья-то у него? Блин. Нет. Да он достал. Да что ж за фигня такая? Фу. Ну, есть. Ну, два здоровья всего. Нифига, он ходит. Так, он пляшет свои плясульки. Ну... Или-или, ребята. Промахнулся. Промахнулся он. И я промахнулся. Да он специально меня, что ли, отталкивает, гад. Я не отстану от него, ребят. О, сейчас, если я его... Нет, нет, шипы исчезли. Отдыхаем. Опа, опа, опачки. Добиваем, наверное. Да нет, ну какого хренуса, ну блин. Да чтоб ты, чё, почему мы промахиваемся это все время? Ребят, ну что за дела-то? Мне еще здесь и отдыхать придется. Все, хана мне, ребят. Это, по-моему, ребятушки, хана. Хотя, погоди секунду. Да я не могу по нему попасть, и все, это хоть ты тут тресни, блин. Зато он меня в... бомбит и бомбит. Чё за дела-то, я не пойму. Как его пробить-то? Ё-моё, я пропустил ход, ребята. Я пропустил ход. Ага, вот это хорошо встал-то здесь-то. Зловещий смех Рэя, блин. Потому что я... Сколько ты там дашь-то мне? Извини-ка.
Ты не в тему. Меня твои деньги не интересуют. Черт, ребят, весь в стрелах утыканный. Ух, блин, вот это был бой, ребята. Это, я прям не знаю, у меня шмурашки побежали, блин. Я просто думал, сейчас все, хана. Он как меня подлавливал, а, на этом всем, ребят. Это просто было нечто. Просто подлавливал, бросал меня на шипы. Так, скрытый пул, божественный. Нифига там ловкость, двадцаточка. Как я по нему буду попадать, кто мне скажет? Так, он видит, блин, мертвецов. Да-да-да, я так и понял, ребята. Все, кто развит по ловкости, они очень... Твою дивизию, я ж его догнать не смогу. Он меня сейчас просто... Он меня просто сейчас расстреляет, ребят. Нет, он что-то решил подойти. А вот это ты хорошо, кстати, подошел, парень. Ой, я сам-то на шипах стою. Твою маковку. Мне тоже надо плясать, скорее всего, ребят. Что я делаю-то? Блин, прошелся, называется, по шипам. Ну, спим. А что я могу сказать, ребята, у него здоровье, в принципе. Так, вот это ты зря сделал. Скрытый, блин, пул. У него здоровья, ребята, мало. Но по нему надо попасть, чтобы... Чтобы отнять это здоровье. Ну, что? Скрытый пул, блин. Все, обделался, блин. Да, мне и не нужны были бы твои деньги. Я бы их не взял бы. Получи. Так. 522, да, ребята? Ну, да когда ж там уровень-то получим с вами? Очень-очень жестко. Все еще поединок, ребята, у нас. 1390, очень мало денег, поэтому поехали вперед. Так, Сергей, божественный. Силы у него офигеть сколько, ловкости тоже неплохо. Да и вообще по всей... Стойкость... О-оу, ребята, у него выносливости 94! Я не хочу с ним драться. Я отойду, отступлю. Так, ребят, наверное, надо идти на выживание, мне кажется. Зарабатывать бабло. Слушайте, а если я, например, сейчас выйду из игры, у меня сбросятся все мои достижения или нет? Так, погнали. Что это за бормот такой, я вообще не понимаю. Отлично. Двигаемся дальше. В бой. Ну, иди сюда, папуас. Мамбуча. Уносите. Уносите его отсюда. Чтоб с глаз моих долой, я его не видел здесь. Естественно, в бой, ребят. Естественно, в бой. Так, ага. А если мы вот так вот? Оп! Красава. А я не понял, ну вот, когда зрители закидывают бананами, они что делают? Урон наносят или нет? Что-то как-то не обратил внимания, надо будет сейчас это дело повторить. Да-да-да, именно повторить, ребята, и посмотреть. Ай, ну как же так, а? Ты не понял, ты что делаешь-то, а? Хмурёныш. А ну-ка, вот так вот. Что там такое ускорение? Блин, ребят, не успел. Что-то там появилось у меня новенькое, я хотел посмотреть, но, к сожалению, оппонента завалил нечаянно. Так. Ох ты! Ты видел, какой шустрый малый, а? Иди отсюда! Что ты там, блин? Пшел прочь. Так. Ладно. Нет, не попали, ребят, мы не попали. Просто, знаете, так. На, в грудину ему щитом. Как щитобоец, прям натуральный. Так, фреш, кожаный мешок. Кожаный мешок. Это, конечно, о многом говорит. Давай, ребят. Так, что ты там? Они все видят мертвецов. Я, в принципе, знаю. Я тоже видел одного призрака до сих пор перед глазами маячит. Вот. Типа вот такого дудлика, ребята. Пасик, ты зачем усы сбри... Не понял. Ты зачем усы сбрил? Шитик, а? Получил он, короче, свое, ребят.
Ну, смотрите, я уже неплохо держусь, да? Капитан России не подводит нас, ребята. Силы, ну, не ловкость. Ладно, хорошо, ловкач ты этакий. Но мне кажется, все-таки... Нет, ловкость, да, это хорошо. Но если при раскачанной силе разочек звезданешь, ведь мало же не покажется. Вот давайте посмотрим, ребята, что делают. Накрутить толпу забирает у противника 40% зрительских симпатий. Противник ошеломлен на один ход. Ну-ка, давай проверим. Да, унитазом. Унитазом чуваку прилетело. Блин, ну этого раньше не было. Я вам точно говорю. Слушай, иди в жаровню. Это, конечно, да. Надо было... Юмор вначале, да? Бананы полетели. Потом в самый последний, да? Унитазом. На, типа, получи. Не нервируй, муля. Ой, хорошо как. Ой, а вот это плохо. Вот это плохо, потому что у меня, ребята, броня... Броня падает. Да что ж такое? Что ты... Ай, было бы сейчас больно, если бы он попал. Да что за живучий такой хмырь-то? Вот так вот. Будет меня нервировать еще лишний раз. Так, у нас раунд 9. Нифига я, ребят, до 9-го раунда добрался. Опять ловкач. То есть, получается, чтобы владеть мечами, ножами, нужна ловкость рук и никакого мошенничества, да? Так, ладно. Блин, у меня, ребят, здоровье... У меня здоровье кончается. Эх! Сейчас бы так было бы бобо мне, ребят, если бы он попал. Так, дай-ка я вот эти сандалики возьму себе. Взял! Зачем я взял эти сандалики себе? Чтобы помереть, наверное, здесь, да, ребят? Наверное. Хотя он тоже тут. Ну! Ну, это, ребята, скорее всего, был последний бой, потому что, ну, сами понимаете, у меня здоровья практически нету. Нифига тут уже чувак одетый. Ну, прям чисто легионер этот римский. Куда мне его, блин? На ремни порежу, кричит он мне. Ну, это естественно, ребят, у него здоровье, он, у него броня 75, плюс еще здоровье. На! Ну, щит-то я ему, главное, снес, ребят. Главное, что я ему щит снес. И... Падаю, падаю. Смотрите, ребят, такой, типа, все нормально, все нормально. Давай смотреть, что нам достается. 5 осколков душ. Сундукчок сокровищ... И 784 серебра. Спасибо. Так, и естественно, ребята, я сейчас этот сундук буду вскрывать. Предметы. Давай, посмотрим. А ну-ка. Да ладно. Что тут самое дорогое? Вот, щит. За 300. Мы его, естественно, ребят, сразу будем продавать. В лавочке идем и продаем. Фух. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами завершим. Завершим эту серию. Как говорится... Сейчас, подождите секундочку. Подождите-ка, я могу же что-то купить себе? Да, я могу, ребята, купить себе. Так, 6, 5, 8. 8 защиты дает. Ай, красота. Вот, как-то вот так вот сейчас я в данный момент выгляжу, ребята. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и удачи.